Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос. Кстати, по ссылочке в описании вас ждет бесплатное продолжение этого видео на моем дзен-канале. Обязательно подписывайтесь на мой дзен-канал, это очень важно. Также ставьте там лайки и пишите комментарии. Вот, в продолжении этого видео вы увидите очень сложный матч с игроком, который жестко играет за Кана. А сейчас у нас Mortal Kombat XL. И играем мы против соперника, который за Скорпиона играет. И пока что я его обыгрываю. Сейчас, наверное, будет подкат, да? А, нет, нет, нет. Воу-воу-воу-воу-воу, смотри. Ну да, ну да. Броню тогда ему. Вау. Да ну. Законфермил. Нифига себе. А вот это плохо. Я забыл, что... гарпун Скорпион, даже если он... Ушиннока. Так. А ну-ка, подожди. Сейчас я ему устрою угадайку. Сейчас я тебе устрою. Ты раунд у меня выиграл. Как ты посмел? Воу. Слушай, а может быть он и второй выиграет? Давай, сейчас я ему 16%. Так. О, что-то там что-то было. Да ну, опять этот оверхед его. О, сейчас будет боль. А может и не будет. Все, это боль. На. Да, он не слаб, он не слаб. Немного потеть придется. Но он, я так понимаю, сразу клинки сделает. Надо броню. А, не. Ну, давай так. Первый удар. Оу. Иди сюда. Забываю, что Warhead у него этот... Ой, что? Что ты творишь? Ага. Ну все. Апперкот. Тихо. Так. Что? Это плохо, это очень плохо. Сейчас будет больно. Ох уж эти угадайки Скорпиона. Угу. Ну все, давай.
Что? Чего? А, все. Я думал, я проиграл ему, я комбо-то не доделал. Обалдеть. Я что-то не посмотрел на то, сколько у него здоровья. Ух ты! Плохое начало. Он ждал. Ой, зацепил. Что он творит? Ты что творишь? Вот сейчас будет подкаст, скорее всего, да? Давай. Бум. Как я угадал. Интересно. На. Опять оверхед. Ой-ой-ой. Не по таймингу нажал. Не по таймингу. Ну да. Опять не по таймингу. Ну все. Как будто бы по таймингу МК-11 нажимаю. О-о-о. Что? Опять. Я думал, он это сделает бросок. Ну давай тогда другой бросок тебе. Давай, чтобы точно 16% было. Вот так я ему сделаю. Вот так вот. И сейчас по низу попробую. Все, походу. А теперь бруталка. Да, жестко. Так, он меняет персонажа. Интересно. И это... Джейсон Вурхис. А я тогда тоже поменяю персонажа. Пусть это будет Куан. Ха-ха-ха-ха. Ну? Давай посмотрим. Но... Я забыл, что Куан очень боится прессинга. Очень, очень боится прессинга. У него броня-то ужасная. Ой, что я нажал? Что я нажал? Так, поехали. Ха-ха-ха-ха. Чего? Ладно. Ха-ха-ха-ха. Чего? Надо было просто вперед 3 нажать, да и все. Так, сейчас я попробую поаккуратнее. Или ногу.
Вот так. Но он довольно-таки агрессивно нажимает кнопки. О! Ой-ой-ой. Вот так вот. Запутал. Нога, нога, нога. Что? Что ты творишь? Оу. Угу. Плохо, плохо. Сейчас будет очень больно. Продолжение этого видео вы сможете бесплатно увидеть по ссылочке в описании на моем дзен-канале. Обязательно подписывайтесь на мой дзен-канал, и это очень важно. Ставьте лайки там и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и всем пока!